Слава Украине, при этом от Полонского. Бавовна, ну не такая бавовна, знаете, как мы привыкли, когда все взрывается и летит чертовая матери. Нет, не такая. Бавовна тихая. Тихая, но от этого не менее эффектная и эффективная. Итак, речь пойдет о Мариуполе, о временно оккупированном украинском городе Мариуполь, в котором расшисты, похоже, начали чувствовать себя слишком вольготно и слишком красиво и хорошо. А зря. И вот такая вот история произошла в новогоднюю ночь. 17 путинских бандитов, боевиков, собрались в одном из отжатых у украинцев частных домов. Вот вдумайтесь, да? Приперлась банда бандитов, террористов, мародеров. Заперлась в чужой дом, им не принадлежащий. И праздновала там Новый год. Среди них было и офицерье. Говорят, как минимум было два так называемых путинских офицера. Да, с синей пьяной мордой. Ну правда уже не синяя, уже не пьяная. Да. Так вот они там собрались, как следует отметить Новый год, оттянуться в чужом имуществе, как любят русские, да, оттянуться, расселись на чужой тахте, которую они никогда в жизни не покупали, который, за которую кто-то платил деньги, кто-то работал в чужом доме, который кто-то построил своей кровью и потом сидели с немытыми мордами со своими этими кирзачами, своими, в чем они там одеты, в своих этих формах вот этих несуразных, которые только на бомжей можно одевать. Сидели, думали, что они Бога за бороду схватили и оттягивались, и получали, так сказать, удовольствие. При этом они, за... При этом они заказали пожрать, поскольку сами криворуки, приготовить они ничего не в состоянии. Ну, понятно, вы же знаете, что они там щи жрут у себя. Щи, это вообще не еда. У нас свиньи такого не едят, но у них щи. Поскольку они все-таки находятся в Украине, а тут готовить умеют, они заказали что-то там поесть. Им принесли поесть. Принесли поесть. Но дальше уже эта информация приходит от российских телеграм-каналов, которые рассказывают, что произошло дальше. Это я уже, как говорится, за что купил, зато продал. Потом произошло следующее. Вот в, этих, в этой еде, в нормальной, которую эти бандиты заказали, оказалась изрядная доля то ли наркотического кота вещества, то ли же усыпляющего. Короче говоря, они все на Новый год аккуратно уснули. И в дальнейшем пишут рашистские телеграм-каналы. Ссылочку, кстати, на текстик я вам сейчас оставлю снизу. Как они пишут, так мы все и выложили. В результате все 17 были ликвидированы. Насколько пишут расисты, что... Часть была задушена, часть была зарезана. Правда или неправда, я вам сказать не могу. То, что это произошло, это правда. Ну а уж как оно произошло, тут уже оставим на совести, как говорится, российских телеграм-каналов. В любом случае, вот это вот празднование Нового года в отжатом доме, с отжатой едой, на отжатой мебели у украинцев – не пошло впрок. Стало, как говорится, поперек горла расистам, которые расселись в чужом доме праздновать Новый год в чужой стране, в отжатом чужом имуществе. А сидели бы у себя дома, вот в этом вот Улан-Удэ или там Сыктывкаре, господи, прости, как оно там все называется, были бы живы. Да, жрать было бы, жрать пришлось бы щи, это я согласен. Но на следующее утро они бы проснулись и, схватив последнюю десятку, побежали бы куда-то похмеляться. А так уже не смогут. Все буду Украина.